Ну вот, наконец-то я дождался. Коврики сделали. Приехал к ребятам. Сейчас иду забирать. Точнее, они придут, все уложат красивенько. Наконец-то вот этот ужас уйдет с машины. Ну вот и все. Коврики уже лежат в машине. Вот номера. Вы можете заказать такую же красоту и себе машину. Вот такая красота получилась. Коврики здесь таким вот кантом, чтобы бочинки тоже не вытирались. Вот так вот, подножку, все как положено. Лежат просто идеально. Подпяточник. Ну, есть все, вот, логотип. Просто супер. Сзади также. Также кан сделали, чтобы не умазался здесь ножками ничего. Коврики все на липучках, никуда не сдвинутся, будут лежать на месте 100%. Также этот коврик. Все лежит изумительно. Качество просто супер. А также такой вот чемоданчик, можно его назвать, для всяких вот вещей. Здесь все так же сделано, кантик. Коврик получается двух частей. Вот одна часть, тут коврик уже вторая часть. Также он под сидушечку уходит, для того, у кого сильно большие длинные ноги, чтобы туда засовывать, его мусор никак не попадет под сидушку дальше. Ну и также здесь. Все лежит просто супер, как они должны здесь и быть по заводу. Всем рекомендую данных ребят, делают очень быстро, качественно и по доступным ценам. Ну вот, коврики наконец-то забрал, можно отправляться и домой. Ну что я вам скажу, наконец-то я убрал с под ног эти пакеты, эти бумажки с пакетами, которые лежали. Наконец-то я сел нормально, комфортно, удобно, сел, поставил ноги, развалился. И пока я ехал до дома, я реально кайфанул. Я кайфанул от этой машины, потому что, ну, реально все-таки она крутая. Несмотря на то, что это Geely, хоть я долго сомневался, стоит ли брать Geely. Потому что вроде китаец, я привык там ездить все-таки там раньше. BMW были, Mercedes, и там Bus все-таки тоже Mercedes. Хотел Mercedes GL-ку брать. Audi Q7 хотел брать, что-нибудь в этом плане. Но все-таки решил потом взять, попробовать новую машину Geely, так как их по городу очень-очень много. Извиняюсь. И вот что я скажу, что их очень много по городу. То есть это не значит, что
По-любому это значит, что машина хорошая. Не просто так люди берут. Если бы она была говно, ее бы не брали. И вот сейчас, вот наконец-то, когда вот я сделал машину так, как я хочу, красивые коврики, там пленочки у меня обклеила, антикор и все остальное. Я сейчас ехал по городу довольный и реально кайфовал от езды. Машина реально крутая, несмотря на то, что это Джили. Короче, будем ее эксплуатировать, а дальше она покажет себя, как будет в дальнейшем. Но опять же, это крутая панорама, это просто, это космос. Дочка вообще в восторге. Летом будет вообще бомба. Ну, конечно, летом не всегда будешь использовать, потому что солнце будет пекти. Но ночью, когда будешь ехать, звездное небо, это будет супер. Кстати, панорама по своим размерам не сравнится с Тугелой. В Тугеле она гораздо меньше. Нет, тачка крутая, реально. Я доволен, очень доволен этой покупкой. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.